Сильно там, да? Оттекло, да. Оттекло здорово. Ну вот где больше отеки, туда блоха любим делать в основном. Лис переживает и боится. Вот лис. Это новенький у нас. Новенький, да, лис новенький. Вдруг он больной. Заразить сейчас лис. Не, я не пускаю, я ж держу. Красивые рубчики. Надеюсь, их даже видно не будет. Ну, шерсть все зарастет и не будет они. Чувствую. Через живот надо будет перевернуть. Угу. На этой стороне вроде ничего и нет больше, да? Там между передних лап вы не смотрели? Вроде не было ничего. На всякий случай показать. Может замазать мне лицинкой? Вот здесь надо, ну, да. Ну, что есть. А мы перевернем, потом все это прилипнет. А мы постелим что-то. А мы просто делаем сюда, может быть, постараемся ее положить. Не, ну прилипнет, не прилипнет, залить, замазать чем-то надо. Чего в клинике побольше, тем и... замазывать. Лицинка, там, лимоколию, ксеретин. Если есть какие-нибудь спреи, я думаю, что это уже хорошо. Но вот лучшим вариантом было бы